Друзья, вы на канале самых свежих новостей из мира шоу-бизнеса и не только. Я рад вас приветствовать и предлагаю посмотреть вам очередной эксклюзив. Вкусу Яны Рудковской можно относиться как угодно, но отрицать очевидное нельзя. После каждого публичного мероприятия она оказывается в центре внимания скандала и осуждений. Все знают, что гардероб светской львицы на самом деле поражает. В нем собраны наряды самых разных дизайнеров со всего мира. Однако не все платья Яны вызывают восторг, а наоборот. Ее осуждают и критикуют. И так произошло вчера, 15 ноября, когда Рудковская посетила бал дебютанток Татлер в золотом платье-бюсте с многослойной юбкой от ливанского дизайнера Джорджа Хабейка. Из коллекции «Весна-лето 2021». К нему светская львица подобрала клатч в тон и корону. «Я готова к балу Татлер», – написала Яна в своей странице Instagram. Подписчики не смогли удержаться от шуток в ее сторону при виде необычного платья. Чаще всего Рудковскую сравнивали с новогодней елкой и даже с фантиком от конфеты. Звезда опубликовала несколько постов, посвященных вчерашнему светскому мероприятию. И под каждым из них она получила замечание по поводу своего образа. Подписчики пишут: «Платье напоминает какой-то фантик от конфеты. Когда есть деньги, а вкуса нет», – пишут другие. «Чем бы дитя не тешилось?» «Клатч не идет ей. Уж слишком он какой-то поцарапанный. Веник, а не платье. Это вообще напоминает какую-то дешевую китайскую елку. Косит все она под девочку в свои 55. «Смешная и нелепая Янка», – пишут другие. «Платье и Яну вижу отдельно». Вот такие вот комментарии пишут фолловеры Яны Рудковской. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. Подписывайтесь, если вы еще не сделали этого. И до скорых встреч. Пока-пока.